Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте. Вы вновь на канале «Это не диалоги о рыбалке». С вами вновь я, Костян. Сейчас мы находимся на Тунгуске, на Нижней. Вот так яры у нас оттаяли уже на солнышке, на дождичке. Вчера был дождичек, сегодня у нас все подстыло. С утра минус 10 градусов. Вот такой восход. Дует легкий южный ветерок. Очень легкий. Ну и я не смог сидеть дома. Мы мчим с Захариусом. У Сани не вышло сегодня ехать, у него дела на 2 дня. Есть уже запланированные. Вчера позвонил ему. Ну, вроде как и хочется, и колется. Ну, а я мчу в путь. В далекий. Дорога натоптана должна быть. Думаю, дойду быстро. Нас-то нету, не держит. Это не радует. Но, так как мы в тот раз хорошо продавили дорогу, сейчас можно ехать и не волноваться. Только накладки надо было снять. Ну да ладно. Ну и все. В общем, снаряжен. Снаряжен отлично. Даже запасной бур взял ручной. На всякий случай. Так как еду один. Сегодня у меня водила от нашего сварочного цеха. Спасибо Михаилу Ангел. В отличие от томского производителя этих саней, оно уже точно не развалится по нашим дорогам. Ну да ладно, пьем путь. И удачи нам в дороге. Ну вот, 1/4 пути пройдена. Тормознул маленько, чтобы снегоход перекурил, проверить, что тут у меня как. Все на месте. Все отлично. Дорога, конечно, что по Тунгуске, что здесь по лесу, убитая. На тундре более-менее ровненькая. Так буранами убили, здорово. Едешь, руки вырывает. Дадим маленько отдохнуть коту. И прям дальше в путь. Птички поют. Солнце встает. Надеюсь, до обеда я дойду. Твердой дороги. Там все равно, наверное, днем отпускать маленько будет. Погода на 3 дня вроде хорошая. Попробуем найти рыбу. Ну и напомню, сбор на смену снегохода продолжается. Всем спасибо, кто участвует. Участвует уже немало людей. Карта Сбербанка будет в описании. Всем спасибо, друзья. Я думаю, мы это сделаем вместе. Пупучок высыпало за ночь маленько. Пухленький снежок. Следов птицы не видно, еду пока. Может, еще попадет какая по дороге. Даст себя поснимать. Ну да ладно. О, идет буран навстречу. Ага, гудит. Ну, подожду, посмотрим, кто там. Вот оно, полпути. Встречай меня, река. Thank you.
тут я рыбачил тот раз, когда один ездил. В этот раз я пока тут проеду мимо. На обратном пути, если вовремя сюда подъеду, то попробую побурю еще раз здесь. Смотрю, вода выступала тут неплохо. Попался дядя Леня мне навстречу. Хозяин избы, в которой я тут раз жил. Заезжай, говорит, живи, не стесняйся. Вода выходила, замерзла. Хорошо так замерзла. Сейчас остается ехать по реке полпути. Ехать аккуратно, чтобы никуда не слететь и улететь. И думаю, все будет прекрасно. Погода уже оттепливает. Да ладно, не буду сильно задерживаться. Попру в путь дальше. Остановился тут у дяди Лени остыть маленько. Дядя Леня зафигачил тут все дровами. Забил. И как обычно пойду с реки попить горной водички. Размыло тут по-нормальному так. О, дед ступеньки сделал даже, чтоб мне это не кланяться туда. Опа! Лед обвалился. Теперь можно ехать дальше. Дорогу видно по речке. Маленько ее все равно подзадуло. Но видно. Почапаю дальше по тихой грусти. Птички поют. Мусор ковыряют. Ну, вроде как, начал маленько рыбалку. Народ ездил. Там хорошие места были, которые снег сел, дал им, поразбурили. Вот подъем, где мы пробирались на тундру, поднимались. Тут буранул сейчас тут. Вот со второй лунки выдернул хорошего хорьжишку. Но не глотанул, он подсек его снизу, за бороду. Погода опять он поменялась. Снежок сыпет, теплынь. Птички чирикают. Кайф. Дорогу, думаю, не отпустит. Так что переживать не за что. Все отлично. Тут промоины, везде ходила норка. Она тоже неплохо рыбу гоняет. Смотрим, что тут 8 лунок пробурил. Сейчас глянем, сработает, что не сработает. Глубины достаточно вроде. Есть глубина маленькая. Сейчас доеду туда до щуки. Надо будет чай попить там. Поставлю пару ловушек. Да попью чай, посмотрю, есть щука, нет. Ну, люди туда ездили. Рыбалку-то я все равно найду, однозначно. Опа, опа, блин. Вот черт, а. Прозевал я вспышку. Что-то он так завернул, может это, не укололся. Может за хвостик эту твистера взял. Сейчас посмотрим. Надо тут еще маленько побурить.
Вот дорога старая была, по ней нормально, а сюда в сторону проваливаешься. Смотри, подтягивает. Опа, есть, 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 подсек. Подсек, подсек. Хорош. Хорош хорюзок. Это берет вяленько. Красавчик. Ну давай повтори. Все не хочет, надо еще тут бурануть. Ну, тут маленько поглубже. Снег лохматый валит. Есть контакт. Есть. Сразу взял. И 8 унок, 3 хариуса. Наверное, чай я здесь попью. Задержусь маленько. Еще раз бурю. Попробую, может, чего выловлю еще. Глухарь по речке ходил. Лазил. Все, я сегодня одного косача видал, но заснять не удалось, он чисто перелетал так через реку на ходу, когда я ехал. Тут ходили глухаришки, ага. Бродили. Ладно, пойду чай глотну. Тут останавливался кто-то, пробурил две лунки. И дальше по нашей дороге ушел. Буран без нарты. Но если две лунки, значит не поймал ничего. Ладно. Чаек, наверное, подостыл. Прошел, я пробурил туда вон. С десяток, наверное. Сейчас глянем их. Солнышко выходит. Сразу глаза слепит от свежего снега. Оп-оп-оп. Есть контакт. Камера отключена была. Поклевку не заснял. Ударил вообще прям отлично. Рюзок. Прошел чуть 5 лунок. Там не поклевки. Вот тут взял. В сторону не сунешься никуда, по колено уходишь. Так бы можно было еще побурить. Посмотрим, может, и побурю. Клевало бы. Побурить не проблема. По этой фигне тяжело бурить будет. Устанешь очень быстро. Не хочется силы тратить. Но думаю, придется, раз клюет. Ё-моё. Стой ты. Хорошо, тоже хапнул. Прям ударил отлично.
той стороны ручейка этого хариус черный, а здесь какой-то побледнее, сбледнул. Два штуки с лунки уже хорошо. Хорошо, отличненько, результативненько. Может, на большом плесе у избушки будет клевать в этот раз. Но не факт. Угу. Клюет, ну, по-моему, мелкий. Что-то так не уверен. Подтягивает за хвостик этого твистера. Смотри, что все, отказался. Попробую-ка я на глазик. Хорюзок как раз тут есть средненький. Попробуем глаз. Ну-ка, дай-ка я у тебя глазик позаимствую. Большеват глаз, конечно, для этого крючка. Попробуем. Вдруг повезет. Давай, хапай там. Нет, не берет. Хотя была поклевка тут. Не хочет. На тундре ветер гуляет, деревья шумят. Опа! О, нифига себе! Такой глаз, такой маленький схватил. Аккуратненько, давай-ка. Вали-ка обратно. Давай, давай, домой. Стограммовик. Все. Крупного нету, значит, тут. Так. Пойду я те верхние лунки с глазом пройдусь. А потом тут еще между несколько штук пробурю. Была поклевка и сразу глаз тяну. Вот что хреново. Глаза они сдергивают. Прям раз и нету. Сейчас он уже глаз такой проглотил. Все, эту писюльку не возьмет. Уже наелся. Оп, нет, взял. Взял, взял. Глазоед. Ну, вот, а до этого в этой лунке не было. Надо, надо тут еще пробурить несколько штук. Оп! Оп! Жаренок. Нет. Пускай живет. Другого поймаем. Опа, блин, ё-моё. Что-то это, надо снимать, походу, этот твистерок. Ставить опарыша.
они за этот хвост хватают. Видать, не это, не доглатывают, колятся. Спасибо Валерию Ивановичу, то он всякую кучу этих резинок прислал. Есть рабочие. На, еще не все перепробовал. Тут их дофига всяких. Прям тьма. Ну, ядовитые цвета не любит Хариус. Сейчас наживлю опять вот этого гигантского опарыша. И попробую еще пройдусь. Опарик. Те разы они его неплохо брали. Ты не выспался сегодня нифига. Ночь какая-то бессонная была. В предвкушении. Так, вот так тебя. Грубоватый, но вроде кушают они его. Может, оп, не укололся он нифига. Взял сразу прям, сходу. Значит, не укололся он тот раз. А может, еще стоял. Зацепился как здорово. Прям нифига себе, воткнулся. Мощная рыба. В руках еле держишь такого хариуса. Опа, опять в этой лунке. Смотри, что. Хорош идет. Хорош. Еле завел нафиг его. Ну-ка покажи свой плавничок. О, молодец. Красотуля. Вот такой красавец. Берет потихоньку. Нет-нет, раз опять к рабочей лунке подходит. Прошелся маленько, буранул. Сейчас посмотрим, будет что нет. Так, сейчас сначала в эту луночку еще раз опущу. А вдруг еще кто-то сюда подошел. На мотобуре глушитель вверх открыт. Задыхаешься прям в рожу. Дует газами. На новых уже вниз пошло. Это Саня мне отремонтировал где-то. Лежит у меня глушитель, надо переставлять. И лишний раз болтыть и крутить неохота. Потом срывается все. Там что-то пробурил, он коричневое вылезло. Мелко что ли? Блин. Ага, сюда уже мель. Сюда уже мелко совсем. Вот, вот. Намели и мелочь. Плюс гарик такой трофейный. Ладно, бросим ее. Так, схожу туда сначала.
Опа. Опачки, опачки. Идет, идет. Красавец. Я счастлив. Рыбка клюет. Опачки. Есть, 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 есть. Есть. Теперь точно есть. Обычно вот этот плесик поздно начинает работать. Ветерок задувать начал. Опа, сразу взял. Прям сходу. Ох, какой кабан. Ха-ха. Вот это да. Давненько я таких не ловил. Вот это самец такой. Ну-ка давай. Вот это красавец. Ах, мощный какой. Хрен удержишь. Ох, какая пиявка с него вывалилась. Жирная прям, толстая такая. Да елки-палки, красивый хорюзок. Не, все же я тут задержусь, я тут порыбачу. Ветер, блин, усилился. Холостую. Пройдемся по свеженьким. Да не буду я снегоходом ерзать. Что-то глубоковато тут. Все-таки неохота садиться в воду, ну ее нахрен. Так сюда ехал, прям чуть ли не с ужасом вспоминал, как мы тащились в тот раз. Сейчас дорога подстыла, отлично прям, прикатился. Любой плюс ее отпускает сразу. Сегодня плюса не обещали. Ну, тепло. Ох, нифига тут глубина. Это не очень хорошо. Или течение, или глубина, непонятно. Не любит. Опа, опачки, иди сюда. Ты чё? Ты чё, родной, иди, иди. Ай, еле заковыривается что-то. Держу, держу. О, это сик. Нифига себе. Ты куда? Хороший сик. Блин, я думаю, что такое, что за рыба так идет. Ах, красавчик. О, красотуля. Пиявка у него тоже на хвосте сидит. Ах, красавчик вообще. Хороший сик. Вот ямка маленькая. Видать, сижок стоял в ней. Я думаю, что такое так идет, непонятно. Заковыривается кое-как. Это вон там кто.